потанчить трэш, да. Прибра надо, пока протопал делать спек, пошли. Приятного аппетита. Да рассказывай, рассказывай, Войт. Блин, у меня есть голос. Придется танчить, тыкать, потом рассказывать. А почему? Ты танк? Ты медведь? Да. Будет ливновый зрейд. Не, ну лучше уж так, чем дамажить, в принципе, нормально. Ты не МТ? Сейчас смотри, Каминс покидает рейдовую группу, да? Отвечает. Ну чё у вас голоса стали такие конченые? Вы типа в переходной возраст прошли или что? Тебе соскучились по этому. Нормальный у меня голос, чё ты? Алина, как всегда, обкуренная просто. Я не курю, алло. Да, я знаю. Короче, я просто на ютубе наткнулся на прохождение. Ну, там долгая история, но офигенная игра. Не тупой, слушай. Слав, ты писал что-то про ДФБ в воскресенье. Я в воскресенье иду на день рождения. Так что я в любом случае не смогу. Ты из друзей? У корольки голос так и не сломался, да? Нет, ну я болею. Ничего, подожди, еще пару лет, все нормально будет. Да, жду. Где Варенька уже плюсовал речь? Что, не идет уже? Да, зайдут другие люди. Если они не зайдут, я опять напишу, нужен ШП и Рога. Но тебе уже не суждено им стать. Тут слугу тяните, ДК. Слугу. У меня будет другой рыцарь. Зайди на рыновал, я тебе там взятку отправил. Спасибо. Что такое, понизили, не можешь себе и ПП подключать? Ну, я вряд ли вообще там что-то делал. Но проблема не в том, не просто как бы... Ну, вот как тебе сказать, ну, вот... Это как... Статус, да? Статус. Ну да, это как, ну, ты прикинь, вот, был ты в цехе начальником, а тут хуяк и слесарь. Ну, это несерьезно. Пошли там, убили там. Посмотри на рейд, скажи, кого ты тут знаешь? Войда, Северус Снейп, убить всех. Эника. Лысый пенёк. А лысый пенёк, ты сам не знаешь. Лысый пенёк. А кто это? Слышь, Виталик, там, короче, гильдия есть. 6-5 набирает игроков, зарплату платят за посещение просто так. Пошли. Только если ты 6-5. Apple Box, Fresh Blue. В смысле, ну, кралька. Альпчи даже знаю. Ну вот этого я не знаю, конечно, кого, кого вы добрались, мне кажется, ну кто-то не очень. Рога, да? Что-то вообще, блядь, я не знаю, что там написано. Это на Рекс. Ноги, что ли, там, что ли? А, то Р. Короче, здесь... Я не играл 2 месяца, а такое впечатление, ты так намекаешь, типа, что Янукович вернулся, блять, а я не знаю его. А тут смысла нет возвращаться, тут уже все в конвульсиях присмертно. Че? Все онлайна нет уже, все разваливается. Да так всегда был. Мне сейчас пишет онлайн 4700. Это все вранье. Да, вранье. Уйдите за стенку только. Наверное, 2000. Чего маны так мало? Что-то делали, что ли? Да, это обновили. Обнова. Братиш, уйди, пожалуйста. Я сагрила. Там порезали, обманулся. Ну ладно.
Кто знает про обнову насчет Балтара? Что он идет за тобой? Мне кажется, надо просто его убивать и все. Не, просто мы сегодня тестили, он действительно идет, но вроде бы он бьет слабее, потому что у нас ни один из танков не умер в двух ресках. Что они идут? Ну, во время вихря. Это все брехня, сказки слушайте, как всегда. Не, ну он реально двигался немного. Вы вот все про РС, про ЦЛК, у меня вот квест сломали в драконьем погосе. Там ТТМ ставили. Застранцы. Ну ты не переживай там, со следующей обновой, я уверен, твой квест починят. И сломают что-то еще. Ну, в течение и сервак закроют, наконец. Эта проблема решится. Ладно, пойду за рыбой пока. Я, у меня есть. Давай, 19 рыбы, стак. Ты че, я и так? Да я взял рыбу. Пока у меня еще права были, конечно, я успел. А че, может кто фласки на СПД отдать, продать? Кому? Ой, извини, таким не обладаем. Пишите в РК, на кого вы ролите, да, получаете ЕП. Первые два босса поговорю, а потом можете избавиться от моего противного голоса и пообщаться на разные темы. Прыжблад, извини, но я просто рейд уже собрал специально. И нужен рейдрик. Зайдешь уже во второе целка. Так, давайте суммоним Вивальди. Гаем суммонить Энику. А что тебе надо на мага? И все? Тогда на совете зайдешь. Оставайся на ретрике пока. Фрозглад это Шедоумор, да? Нет, это Эника. А как мага у него ник? Элисанда. Не-не, это не он. Это Сильва. Тогда сторожила. Не-не, может Суслятинка все-таки? Мне кажется, у него был фрешбот один. Да, это он. Рексис, ты тут? Давайте фулбаф, а кто кулаки раздавал? Плюс Аните, чтоб я видел, кто это раздал, чтоб потом не ваш говорил. Кресты, кто раздал? А, ну кресты понятно. Чек на пул, на бафы. Лапа не хватает. Дайте лапу, дайте кулак по роге. Кресты. Ну да, все розданные кресты. Заходите за линию. Кулак по роге, да, еще первая пати. По себе дай кулак паладин. Есть кулак на пала? Чек на бафы опять. Да там все ханту никак. Кулак на ханта, Дефестион, давай, дружище, запомни цели все, все классы, раздай кулак. Это сложно, я знаю. Дефестион, можешь дать кулак по ханту? Вот звездочка, короче. Все, есть уже. Есть. Тогда пошел пул. Двадцать один шестнадцать. Тюменская, спекнешься потом в ред трепала. Давайте бьем шипы. Три хила на шипах. На ханте шип сзади. Фулбокс, подними на Рексиса.
РДД, убейте шип на ханте возле ворот. Пиздец. Сейчас будет ГП, ребята. Беги, малышка, беги! Давайте в шипы играем. Шипы, три шипа в центре. Опять шипы, в центре шипы, слить шипы. Слить шипы, хилы на шипах. Опять шипы, давайте бьем шипы под боссом. На протопали шип, быстрее слейте шип, кружочек. Дайте бафы по роге. Афлик 5.9 на 11 месте обогнал ФДК, АДК, Пурика. Жесть. Осколок. Есть люди на очереди? Войт обогнал пожилую залупу. Так я упал вначале, это не считается. Чего вы так дамажите слабо? Делайн, Северус Снейп, Лысый Пенек, Гефест, как бомжи какие-то. Шпаху. Надо кому-то кольцо. А дайте ребаф по пожилой. Сидим. Это кольцо вот это дай на офф за 10% на мишку. Ставлю себе камень туда. Оно говно. У меня просто проковая стоит, не ХП больше. Страшно. С меткостью, да, это кольцо, 10%. Давайте бафаем, потому что люди умирали. Почему оно говно, какое лучше? СРС. Описывая СРС. Ну, АРС второе какое. С гниломо. Так. С мастерством. Лайн, БДК у тебя есть, верно же? Делайн, ты тут? Ты умеешь танчить, леди? Нужно будет поддержать трэш слева на первой фазе. На второй фазе потанчить леди. Ты с этим справишься? Отлично, тогда сейчас спихнешься. Давайте, два БДК слева танчит, протопал справа. На второй фазе первый на пул. А, там не два БДК, Void Beast и Делайн слева танчит. Первый на пул на Void Beast, а на второй фазе второй на пул на Делайна. Паладины, с пула сливаем капли. Капли на кого-нибудь. Бланк жертвенности. Совы, звездопад с пула. Помогаем мне леди диспелить. И стопаем ауе дома, когда кого-то кидает в контроль. Ну, остальное я скажу во время боя. Мелики слева трэш, РДД справа. Не будете бить трэш, кидая ГП с первого трая. Слышишь, Олег? Чё? Кольцо с меткостью у тебя? Да, у меня. Надо это самое, я прям сейчас камень не есть ставить, тут только маловато. Давай после леди. Да почему после леди? Ну, сейчас хп. После леди. А, ну давай. First Life, ты давал СС на кого-нибудь?
Славьте рыбу. Или дайте мне трейд, чтобы я бы стоял на... быстрее. Дайте каску, пожалуйста. 30 лет прошу, спасибо. Кральчик, давай СС на Альпича, Тюменская. В ретрика спекайся. Приветствую. Тюменская тут? Все вижу. Привет, спасибо, обновить заново. Чек на бафы. Яника, Тюменская. Так, это хан был, Деймос, походу, метку. Это не я был, ты чё, охуел что ли? Какой-то бич спулил босса, бейте трэш слева, справа. Олег, тут БДК спрашивает, кто первый танчит леди. Бой танчит леди, блять, там протопало АФКшит, какой-то пидор спулил босса. Гандон, блять. Тут моб еще. Можно как-то спалить, я могу покину. Справа добейте трэш. Давайте. Слева бой танчит, справа БДК. Зарасконтрольте людей, не бейте квадрат. Не бейте трусы. Эника, ты тут? Сука! Какой же клон это сделал? Давайте трэш играем. Слева Void, справа D-Line. Следите сейчас за игру, один танк танчит. Протопал, вылетел. Северус Снэйп, давай, меняй стойку. Фрост стойку, будешь танчить трэш. Контроль взял. Эника тут? Стопайте по леди. Стоп по леди. Леди не бить. Бьем только трэш. Ждем. Ждем следующего трэш. Трэша. Милики там кастер. Не отражение. Те в трэш сыграли. Все, протопал есть. Разбафайте рейд заново. Все в трэш сыграли. Вали, давай гим на ману. Расконтролили людей. АУЕ стопнули. Переводить нам. Переводим босса на пул на Войда. Блять, вы можете поконтролить людей? Справа трэш вышел, нужно залить. Играем в трэш. Все в трэш приключились, следим за духами. Никакого АУЕ дамага. Присты контролим. Пулбокс контроль. Остальные помогайте контролить. Вышли духи, отбежали от духов. Отбежали от духов, добили трэш, продолжайте бить босса. Отбежали от духов. Сейчас будет контроль 3 секунды. Расконтролили людей. Не бить АУЕ дамагом. Вышли духи, пробежались от духов. На пульте на Д-лайна теперь. Опять духи отбежали. Уводи Д-лайн босса. Появились духи, ты сразу ведешь. Играйте все в трэш. Скажи, если подняли. Видишь, что духи появляются, веди босса. Опять вышли духи, веди босса. Отбежали от духов, забафали Элема. Пристабав лапу, каску, интеллект. На мишку на пол теперь. Расконтролили людей. Луну и трусы законтролить. Фурики, фир, присты, фир. На пульте на Войда теперь. БДК 5 стаков. Опять духи вышли. Веди леди. Опять духи вышли. Сейчас выйдут духи. Веди. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Расконтролили. Луну, квадрат. Быстрей. Пиздец. АДК убил тупо двух шаманов сейчас. Так он в панцире. А он откадашился под контролем. Да по-любому, блядь.
Давайте, залили Инера Анриксу, спели гимна Муну, у кого нет КД, добили босса. Сука, ну, ни одного нормального контроля, ни одного... нормального стоп ДД по своим. Олег, это слышишь, Роз, я на корабле отойду? Олег, это не я спалил. Да какой-то пидор спалил босса. Сука, спалю, кто это делает, накинул, не знаю, кик на гильдии, наверное. У Вейда музик, наверное, есть. Я в таргете не держал, леди, не видел, кого нас смотрит. На Вейда музике просто Войд первый в таргете появляется. Не-не, я в таргете не брал. Не профит. Шлем. Не, я тут стоял, где леди упал. Дашь кольцо? Стой, Олег. Бля, никчем, нахуй ты дамажишь по своим? 67 тысяч, фрешблот 64. Вы че, уёбнутые? Или ты прогадаешь, когда будет, контроля. Понимаешь, они из контроля выходят и все, ты ауе бьёшь, блядь. Олег, кинь кольцо. Ладно. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт. Ну все, теперь можно отключить голос. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Понять, секунду. Шлем на офспек, ролим. Пенек, давай трейд 10%. Ой, First Life, слушай, ты тут? Это Айсфир у тебя в скобках, это ты что, тот маг? Не помню, с какой-то гильдии, с адептов, что ли? Со старых адептов? Да, да, это. А теперь понятно, что ты так хорошо дамажишь. Зачем ты старых адептов вспоминаешь? У тебя до сих пор комплексы, что ли? Не, вспомнил его ник в РК. Какой ник? Ну, в РК написан Айсфир. Это маг такой был в адептах. Оказывается, это он есть. Я не помню. Боевой корабль Альянса. Все на палубу. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Арбету делать нечего. Пехота! Сержанты! Ой! Не стропайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Пушки! Я пока не могу использовать эту способность.
У нас прилетело человек 4-5. Фейс-контроль не прошли остальные. Я не думаю, что просто с мишки сорвут агро Мурадина. Боятся. Что тебе приснилось, что ты решил сделать медведя в слайд? Ну, не знаю. Ну, парагоны приснились. Я думал, ты наконец-то увидел свой ДПС просто, блядь. Не, ну ДПС-то я свой никогда не видел. Потому что его нет. Давайте, перелетайте все, 8 человек, это действительно мало. Неохота здесь 4 минуты сидеть. Перелетайте, бейте мага. Секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Все. По таймингу. Да. Так, Маш, надо кому-то. Когда Дера. Ой-ой-ой. Чё ты говоришь там? Чё нет? Кого-то сломанут или чё? Маг вне инста был, теперь все в инсте. Дайте фулбах, пожалуйста, ещё раз. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что. Киньте кто-то дуэль, я раги наберу. Лапу еще дайте. Тут нельзя дуэль кидать. Я не могу рагу потратить. Так, у бокс, у тебя есть реги? На что? На лап. Ну так я бафнул. Если что, так бафни еще раз. Если что, пиши. Мне нет лапы. Рест по себе подбил. Крик на хп избавить. Прямо вайпимся, кидай гп, кто не бил трэш. Позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Да, конечно. Его матери, когда это моя главная агроспособность. Когда бой? 30 секунд. Гер, только с пула не давайте. Почему? Ну там когда. Блять. Давайте вот как раз под проки. 15 там. Ну 15 нормально. Можете не бить. Можете не бить 10 секунд. Ну 5 секунд. А потом как раз проки идут Гер. Как раз агро не сорвется, как раз. Идеальный план. Давайте. Забери меня, блядь, забери. Сорвало блядь.
стадо вызывайте, сейчас потрэш. Это 320 ОВС без одного у нас получилось? Да. Так, печень на пола жица чернокнижника. Портал, портируйтесь. Спасибо. Спинёк, я тебе дал шлем, да? А лысый пенёк это не Ваня, что ли? Нет. Ну, значит, я его не знаю, короче. А, я думал, ты троллишь. Можешь познакомиться, есть время еще. Эмос зашел впервые за полгода, наверное, тоже совпали звезды. Или его тоже все побрили сегодня. Ой, блядь, медведь, страхуйся. Во. Я лучший медведь. Ой, то, что ты лапу сосешь, не делает тебя лучшим медведем. Сука, я не смог придумать нормальный ответ. Хорош. Как эта история, жили-были два медведя. Один думал, что он сосет лапу, а другой нагло этим пользовался бы. Да, да. Старенький такой. Веселый рыб. Кого это вообще отмачивает? Это вообще еще даже не серьезно. ПС кидал сторожили, поэтому он так и на ДПС. Он дал. Ты, Славик, а сколько тебе лет? 22, там у него чудо. А он ВК каждый год обновляет, смотри. Не, он под каждый РК свой ник просто делает. У нас 26, он молодой РД 22. Покажите, друзья, там, где я есть тоже. Кролька, сколько тебе лет? Водинка в трэшере. Если не секрет. Ну за нафиг, блядь, 22 из 200. Это как? Тебе триксы кидали? Олег, Водинка в трэш. Ну там ПС же сказали.
Что ты говоришь про трэш? ПС им давай. Вот ожерелье Водина. Дисполнится с хила. Блин, я просто 22 и 200 недавно не видел. Точнее, по-моему, вообще не видел. Ну, за эти два года. А чё ты мне в ПМ написал? Тебе стыдно, что ли? Ну, ты не тот возраст, чтобы в ПМ писать. А чё я так понял, отходи стол? Вообще плохо, да? Что ты говоришь? Ну, скилл определенных игроков немножко понизился, я заметил. Не. Ты не послышалось ли ты про РС что-то говорил сейчас? Олег, а у тебя... Ты же на левом берегу живешь, да? Да. Сука. Всего правого берега отключили горячую воду. Сам знаешь, что хуёвый берег. Можно было не говорить. Нет, у всего правого берега отключили горячую воду. А, я понял. Ты печален тем, что я живу не на правом, у меня есть горячая вода. Кстати, сейчас пойду... Нет, она сейчас тебе приедет мыться. Не надо. Это, блин, какая-то жесть. Да, нет, не у всего правого берега отключили. На Виноградаре есть вода. Да. У 8 районов. 8 районов отключили. А частично у левого берега отключили. Ну там почти у всего правого берега горячей воды нету. Не будет до 1 июня. Да, ничего страшного. Круто. Сэкономишь на горячей. Это не та вещь, на которую я хотела бы экономить. Да. Зачем головушки активировать, их же вроде рога может снимать. Репу набиваю. На трэше можно набить и ДПС просто еще. Там в составе стоит. Так, там вроде рога я активировал. Вроде не прокнуло у него, мне кажется. Нич не 100% обезвреживается, поэтому мало ли. Так, давай подумаем, кого на рейндж поставить. Раз, два, ШП, три сова, четыре хам, пять елем, шесть паладин, семь афлик. Да, слабовато как-то на рейнже у нас. Так, на рейндж уходят Вивальди, Каминс, Applebox, Убить всех, First Life, Лизни Тотем, Эника, это 7 уже, да? 1, 2, 3, 5, 6, 7, Тарожила и Зерл Прида тоже на рейндж. Дайте мне рыбу, пожалуйста. Там справа стоит. Дайте кулак пороги. Кто-то из нас спутнет природу. Чек на пул. И по АДК дайте, пожалуйста, кулак. Уильямс, раздай кулаки там быстренько. Кулак по АДК есть? Да. Все. Ни на кого. Здесь не умирают люди. На профи потом расскажу, на кого кинуть. Ты научи, поставь природу. Глыбу давай. Перебежали за спину, не напрягайте хилов. Длину хей. О, все вижу. Смотрите, лужи разливаются, отошли от луж, набрали дистанцию. Давайте, за спину перебежали.
Опять уже раздевается, смотрите. Отбежали. Раньше набрали. Перебежали за спину. Давайте разбежались от лужи, набрали рейндж. Так, опять за спину перебежали. Так, Энника, через 7 секунд будет большой слизень в мелизоне. Я отдаю чешку. Перебежали за спину. Перебежали за спину. Нет, не умирай. Нет. 1 на 1000 хп было. Бежали за спину. Отличные новости, красные новости, народ. Миломорт сдох. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круиз. Так, никто не умирал. Сейчас пойдем туда, во второго босса. Просто сразу чек на пол будет. Дайте кулак поварам. Не сейчас. Да, давай, кулак поварам. Я пока не могу использовать эту способность. Так... 778 человек в гильдии. Так мало. Дайте шкаф. А, не надо. Звезде Инера залейте пока. Ненухи, подбегай, и идет маг Краснопол. Если по мне сядет, я дам гимн на маны. Никто не сядет по мне. Так, Альпич, давай гимн на ману, я поставлю тотем для тебя. Разбегайтесь в кружок, звезда. Зерл не дига, тебя ничего не смущает, маг, вот как какой-то. Дай капли. На 9-м скрипт 149 и пробивает на 50. Вот он еще под каплей скринтит, он под каплей.
Это зависть просто. Чего? Фул? Да. Тапки. Да, тапки. Нифига себе. Так, вот, поди сдай пока квест, остальные все в проф идем. Бой, только не умри там, пожалуйста. Да, не умри. Перчатки от ДК Ретик. Тапки кинь. Кинь на тапки. Сапоги на РДД. И счастливчиком становится Богдан. Поздравляем Apple Box'а. Ну пока, удачки. За сколько продаешь чара? Волка. Волка не продается. Не продается, да, точно забыл. Мне еще колье нужно, поэтому я еще посижу, пожалуй. Отойду подрочить. Вот, не играть учить. До ивента вернешься еще. Эника, подойди сюда. Ты вылетаешь? Ты что-то с инетом? Просто Эника, в чем Ваня? Это варенька или нет? Не. Бля, думал, нихера себе, похвалить хотел. Что? Типа варенька и там ДПС дает. Да, что-то клетка седает жестко. Кто уже ходил на премьеру Мстителей? На премьеру чего? Вестников? Вестников, блядь. Джерард ходил. Сука, писал ВК. На Мстители, да. Я что-то... Кто-то что-то проиграл? Вестники. Вестников, блядь. Вестники. Я написал уже в ВКонтакте все спойлеры. Ой, нет, пожалуйста. Ну, я понимаю, что он тот еще педрило, но я не читал ВКонтакте, редко очень туда захожу. Не надо читай лучше, что потом Джейми ему написал. Это интересно почитать. Давайте, чек на пул. Единственное, что скажу. Кральчик, кидай проклятие косноязычего на зеленого. First Life на красного. Ты же First Life, ты шаришь? Проклятие косноязычего нужно. Да, в 3 хила. Здесь? Да. Так мы бурстим спой или... Нет, шопаем? Ждем, пока зеленый выйдет. Есть рыба? Поставьте рыбу. Чего, это рыба додохнул? Для Олега, ее может есть только Олег. First Life, вот Genesis на Альпича. Кральчик на Элисанду. Чек на пул. Тут можно без пула. Не прожимайтесь, оставляйте прожимки на переходку первую. Магия, вот оставьте прожимки на переходку. Все, Эник, иди пей стол. А что тут за тактика, я забыл? Да не знаю, сейчас разберемся.
Только не стой возле зеленого, иди к столу, слышишь? Так, стопайте по профу. Стоп по профу, ждем. Ждем зеленого, 4%, стоп по профу. РДД отошли все в одну точку в квадрат. Мелик, если вас откинет, сбегайтесь в квадрат в РДД зону, в череп. Метка откинется, бейте зеленого все. Все в зеленого сыграли, хилы не сбегается в цель зеленого. О, на мне. Бежали в череп. Добили зеленого, умоляю. Все, зеленый, на ком добав зеленого, к столу быстрей. К столу. На ком зеленый добав к столу, красный, начинаем бить уже красного. Давайте. РДД, на ком красный добав, сбежали с цели зеленого, сейчас откинет. Захилили. Отбежали от зеленого. Отбежали от зеленого все. Повезло сейчас немного. Добили зеленого. Добили зеленого. Хильца сейчас до ЦА вылетел. Могу? Уже не могу. Давай, гим на ХП, Каменс. Аплбокс под именно Рексиса. Отошли от пельменей влево-право. Вивальди гим на отхил. Чешку отдавай. Кол подошли. Забафали рогу. Все сыграли в красного сейчас. Зашел? Захожу. Инеры звезде ставлю. Тотем, Вивальди гимна ману. Инеры звездочки. Все в красного сыграли. Так, ну вроде пока нормально, сейчас зеленый выйдет, будет очень плохо, пельмени отошли влево-право. Сейчас будет зеленый. Ох, давайте звездочку. Смотрите, сейчас выйдет зеленый. В это время пойдут пельмени прямо в звезду, поэтому мы отходим вправо за звездой. Смотрите внимательно. Отошли. Отбежали. Блядь, как вы так упали, пиздец? Встали в РДД зону, нет времени метку повесить. Дайте гимн на отхил. Нет, возбежали с череп. Сука. Отбежали от пельменей. Стопайте по профу. Стоп по профу, все сейчас красного будем играть. Вот на переходке реснеш Альпича. Отбежали от пельменей, все в красного сыграли, потом переходка. Очень плохо. Я там похотал чуть-чуть. Смена цели красного. Отбежали от пельменей, от колб, переходка сейчас, добейте профа. Так, на ком зеленый баф к столу? Можешь поднять Альпича? Уже поднимаю. Вставай быстрее, Альпич. Пой гем на моносе, сдается рост. Даю тебе инер. Длинухи, что ты там делал? Скажи, ёб твою мать. Как мог. Нахуй ты там встал вообще? Обязались в череп. Смена цели красного. Гиф. У нас ретриков нету для бопов даже. То дайте боп на лизни тотем. Боп на лизни тотем. Красава Эника. Пельмени отбежали. Ух, блядь, вот это жара, пиздец. Еще живый. ДЦ нету. Мертвый ДЦ. Так, тюменская реги на диван есть. Эника, прожми базе в стаунте босса. Деймос, умеешь таунтить босса хантом? Баба есть? Диван. Регги есть на диване, тюменская? Дарья уже.
Отбежали от пельменей. Так, 3 стака на Энике, забирай босса. Делайн, ты сможешь прожать фрост стойку и стаунтить на одном стаке босса, чтобы на тебя вот стак повесился? Отбежали от пельмени. Да не надо таунтить, добьют стак. На воде стаков нету. Еба. А как там на колбах Северус Снейп летает, короче, ты нормальный вообще? Просто они визуально не знают, какой рейндж взрыва колбы, а он метров 15 от самой. Там еще косяк был, колбы МТ привел прямо в РДД зону. Да это хуйня, все, он просто... Пиздец колбы. Косяк МТ, блядь, заходи, танчи, блядь. Ну это проводит, это понятно, что он того. Таунт, напомни, забыл уже. Проф стоит просто, когда пельмени или лужи кидают, так что не пофиг. Не, МТ реально. Пошел. На пол на пэте или что делать? На себя на пулю. Если он тебя на пулю не буду, это пиздец. Защита. Бля, там же квест. Ах, Северус, как ты играешь? Че, вообще ноги босые, блядь, вот. Не, ну Джерри, он сказал бы, что она играет, в принципе, на уровне девочки, поэтому... Бля, вылетать на колбах, умирать будет. Ну, шесты не упали с двумя хилами. Повезло. На Рексис ВРК вообще или нет? Олег, слушай, на этого тоже отойду. Я к леди буду. Ладно? Давай, только я тебе минус, но уже ЕП за 3 босса, так что. Да, хоть 203. Ты собрал уже пиво года? Пиво, хрень вот этого чего? Оно сейчас на почту приходит. Так что собирать там купить хуйню какую-то надо, членство, клуб это, блять. Просто на почту? Да. Каждый месяц на почту приходит бутылка. Да, типа починили. Ебать, я ее 5 лет не мог сделать, а тут сейчас, блять, на почту просто приходит. В смысле? Какая разница, там... Пиво ресалось в НПЦ в Агримаре, было сложно не назвать. Ну так надо было не забыть и не забить на месяц, понимаешь? Ну так если бы ты забил на месяц, это письмо бы все равно тебе не помогло. Открываешь календарь, делаешь закладку в какой-нибудь выходной день каждый месяц. 12 заметки за там помещение выходит. Да я тоже тогда хуя умничать могу. Не получилось. Во, это что ты приста одел? У вас фотка катушка. Катушка? Ёпа, а ты им вообще не играешь, да? Почему? Топ ДПС и Джерри на перегонах. Пиздишь. Да, есть видос. Есть видос, да, с прошлой недели, где ты не обогнал. Есть видос, где обогнал весь рейс. Я не знаю, пропустил я или нет. Я же, ну, не пойму тут по месяцам, если честно. Контрольте звезду, остальное можно сарить. Там потом. У меня выпито раз. У меня 6 пив только выпито. 6 штучек. Ну, блядь, значит один какой-то пропустил. Ладно, сейчас приду, бегу.
Ой, там поврежденка. А я какие-то эмоции. А если, допустим, я пропустила какой-то месяц, мне надо ждать этот же месяц. Возле метро Чернобыльская мужчина подавился салом и умер. Ну, никому не удалось его спасти. Чего? Хорош. Киев, возле метро мужчина подавился салом и умер. Какой-то сильно жадный мухохол. Жадный. Что только в нашем мире не происходит. Давайте звездочку по контролям, будем бить кружок. Олег, это ты Киселева смотришь, Чишо? Чишо. Киселева. Такие новости охуенные. Да. Прэш Блад, ты заходишь на мага своего? Хорошо. Не пульте босса, сейчас человек зайдет за катушкой. Есть рыба. Че на форуме кто-то читал про продажу персов? Ее включат обратно или нет? Понятно. Зачем она тебе надо? Они стоят 1000 бонусов. Ну, продать. Ну, стоили раньше. Продать шамана. Ты кому нужен? Еже никто не умирает. Бля. Сманите пока мага. Надо отойти на минуту. Короче, прикольная игруха, вот это God of War 4, но я так понял, на компах она не будет. God of War это... сука. Это... Минск, спись, пожалуйста, улипало. Что было всегда? Это эксклюзив PlayStation. Ну да, я так и прочитал. Чай. Менский, ты тут? Тут типка. Спит, а если сука, вот у меня шмот в банке. Ну игру делали около 6 лет, конечно, она будет хорошей, блядь. Так. Кто может спикнуть с офилана этого босса? Отойти надо на пару минут. Или в 2 похилите. Тут ДЦ есть. Короче, в самолете сейчас я туда антепнусь. Да ладно, давай в 2 хила попробуем. Закинь мага в четвертую пасть. Я приду через... после Волонара приду, наверное. Зерлприта готов? Так, идите начинать, там... кто танчит двоих? Твой. Толдрама, Новойда на поле, Рост с пула, на вихре первом.
сакру Энника. На втором вихре, если надо будет, гимн отдадите. Спустите лесок вниз, пожалуйста. Это кинетика падает, что ли? Да. Он тоже не подпирает. Делайн, остановись и посмотри в свой дебаф. Чё не увидишь? 20 стаков уже. Почитай пока дебаф свой. Тихо, разберемся. Сейчас будет бобо. Правильно. Отбегать мы не умеем. Как добьем? Могущественный выход. О, град с катушкой. Он с обычки сегодня, по-моему, вызывал, нет? Отдай, войду я. Я с обычки выступил кому-то. Кольцо, ШП, лок, аркан маг. Ой, какой аркан маг. Просто. Хайник, отходи. Надо здесь два БДК в помощь. The Lion, Silver Snape, спикнитесь, потанчите трэш. Чё, Мишке надо... А, я понял. Поэтому Мишке надо отошёл. Помощь. Натопал отошёл просто. Мне тоже надо отойти. Хильте пока так. Ну надо контролить, чтобы не сдохнуть. Давайте. Что, давай. Звезда, Каменс, Вивальди, Кружок. Блять, о чем контролить? Я забыл уже. Скованный. Вивальди, Кружок, Альпич, Ромб.